Ой, девчонка, не вмешивайся. Она меня пнуть пытается или что? Не лезь сюда, пошла. Не вмешивайся в разборку взрослых. Нам 19 лет уже, мы типа взрослые, несмотря на то, что так вот выглядим. Глупый, неполовозрело выглядящий маленький говнюк. Я ему покажу. Каждый раз я пытался избавиться от него. И в конце концов он подружился с ними. А, это отец говорит, надо брутально. Он подружился с ними. Ага. Смотрите, мама в карты с нами играет, и девушка наша. Даже моя жена. Какого дьявола, что с ней, блин, не так с этой семьей? Должен быть кто-то, кто может справиться с работой. Как победить предателя в каждой игре? Фотографии моей горячей женушки. О, Madness Combat, ага. Трюки Fortnite. Одолеть Цербера, наверное. Как читерить в спидранинге, в спидранах игр. Люди... Так, короче, понятно. И это так прервалось все. Последняя стадия все еще... Короче... Не успел прочитать. Наконец-то я могу с вами поздороваться. Приветствую вас, земляне. С вами пришелец Саймон. И это мод Friday Night Funkin' против Омеги. Какой-то крутой мод. Ну, это мы можем увидеть по катсцене поначальной, которая довольно интересно нарисована и с предысторией, с хорошей. Давайте посмотрим, что это и с чем его едят. Так... сюжет, фриплей, титры, опции. Ну-ка, опции. Может, экран можно как-то полный сделать? Геймплей, controls. Не, мне приходится играть в маленьком окошечке. Если я пытаюсь развернуть, то ОБС-ка, она оставляет полосы. Ладно, давайте, сюжет. Посмотрим, что это такое. Надеюсь, это не сильно жестко будет. Тут можно будет сложность-то хоть выбирать. Ой-ой-ой. Итак. Кстати, тут выбора недель даже нет. О, господи, что? Вот это меня хорошо встречает мод. Ты обалдела, мать. Голову тебе оторвать. Ой, зачем я за это взялся? Увидел это в трендах Ютуба на свою голову и... 3, 2, 1, ой, только не лагай, пожалуйста. Так. Можно сложность поменять? Вверх. Так. Ой. Так, ну я пока на серединке, но это... Это вниз, я правильно жму. Какое начало офигительное, просто. Нет, все-таки я, наверное, это последний раз, когда я снимаю этот Funkin, черт бы его побрал, потому что, ну, не получается. Я до этого пытался записать один мод, у меня тоже не получилось. Не умею я, вот совсем. Да... О, господи. Это сумасшедшее что-то. Да-да-да. Вот, приготовил. Да вверх, ну... Может, мне лево-право... Не, я так с ума сойду двумя руками играть, блин. На двух разных клавиатурах. Так. Ага. Так, так.
О, а это что еще за... Что это еще за топоры? Что это за фигня? Какого дьявола? Вот это вот фигня, я не знаю, что это? Это ботинки чьи-то или что? Что это было, блин? Это были туфли нашего бати или, точнее, ее бати, или что это? А, можно все вместе зажимать, типа, это... Так. Так. А. На это нельзя нажимать, получается. Я понял. О, какой-то щит. Тут какие-то новые геймплейные элементы появились. О. Ну, в итоге я как-то выровняться умудрился. Ну, что дальше? Ой, не... Ну, не зависай, пожалуйста. А, это был такой туториал, видать, обязательный. И, наконец-то, мы можем выбирать недели. А, ну, тут, в принципе, все те же самые песенки. А, господи, трекс. Тут слово трекс, вот, я не могу показать мышкой, оно выделено таким же шрифтом, как и название трека. Из-за чего воспринимается, будто это тоже как бы трек. А так, все как обычно. Так, спуки, са... О, тут они какие-то видоизмененные. Ну, давайте посмотрим лучше вот что-нибудь новое. Хотя, кто знает, возможно, вы и полную версию захотите. Ну, ладно, давайте... Times and Tribulations. Давайте посмотрим вот это. На изи. На изи, конечно. Господи, это... Мы довольно много гуляли. Ты не устал? Не устала? Не знаю, к кому это обращение. Немного, да. Если хочешь, ты могла бы покататься на моих плечах остаток пути. Нет, спасибо, мистер, я думаю, все будет в порядке. Это Гёрлхунд, наверное, говорит, надо фальцет свой подготовить. Так, ты уверен? Я не возражаю, если ты знаешь... Там... конечно, мы почти пришли, так или иначе, правильно? А это бойфренд говорит. Ой, что ты делаешь в этот раз? А, или это девушка говорит. А, он только бобкает. У нас бибобкает, скибидипкает и прочее. Пап! Ну, полагаю, нам нужно найти способ выйти отсюда, не так ли? Я поспрашиваю, просто никуда не уходи. Так, мы в каком-то средневековом замке. О, господи, что же нам делать? Все наемники, которых мы отправили, все они провалились. Нам нужно обратиться к королевской армии. Возможно, это единственный способ вернуть ее назад. А если мы этого не сделаем, тогда мир разрушится, как мы это знаем. А, паренек. Возможно, этот абсолютно незнакомец, которого мы никогда не встретили раньше, может стать ответом на все твои молитвы. Конечно. Как удобно. Почти настолько же удобно, как в тот раз, когда ты получил какого-то священника со скидкой из какого-то там... какого-то главного списка, непонятно. О, да, это очень удобно, действительно. Пип! А, как грубо с моей стороны, дорогуша. Не мог бы ты объяснить мальчику ситуацию? Очевидно, он заинтересован в помощи. Конечно, дорогая. Блин, надо женщину тоже озвучить. Короче, я ничего не понимаю, что тут происходит. Я не знаю, я в этой вселенной Фанкина абсолютно не шарю. Несмотря на то, что что-то там в нее пытался играть. Видишь ли, мальчик, наша единственная дочь была похищена. Мы верим, мы думаем, что она... Ее забрали к тем горам на востоке, на западе. Да, на западе, где обитают опасные существа, монстры. Такие как... А, Урсиэйпс, это, наверное, урс-медведь, эйп-обезьяна. Какие-то обезьяны-медведи, наверное. Или, может, снежный человек, или что-то такое имеется в виду. Такие жестокие создания. Ну-ка, там написано нет. Я доверяю
я верю, что ты, маленький, странно выглядящий мальчик, можешь вернуть нашу дочь, даже если я знаю тебя менее чем 5 минут. Могу ли я тебе доверять с этим? Ну, я так понимаю, нам надо выбирать, у нас только один ответ. Ну, мы, наверное, отвечаем «нет», и... Ну, тогда будь по-твоему. Сохранность нашей дочери, типа, благо нашей дочери остается на... покоится на твоих невероятно маленьких плечах. Пип-пап. Да. Ну, они, кстати, более так уже росло, по-взрослому нарисованы, надо отметить. О, кувшинки. Чё? Азиат непонятный. Это мать его, наверное, с противогазом. Бип. Дитя, за мной! Открой себя! Ты друг или враг? Бип! Ладно, здесь такая... языковой барьер, наверное, имеется в виду. Я могу с этим сработать. Ты зачем здесь? Пип-пап! А, на ребенка показывает. Это дочь... Это дочь, наверное? Мне показалось, это пацан. Ты хочешь ребенка? Почему я не удивлена? Слушай, ты не первый человек, которого они направляют сюда. Я сомневаюсь, что ты будешь последним. У меня есть работа, которую нужно сделать. И она подразумевает сохранение жизни. И поверь мне, я очень чертовски в этом хороша. А, то есть это... Может, это настоящая мать ее? Так. Ну, давайте. Ты хоть представишься? Так. Да че это не попадаю я по нот... Так, сейчас. А может это и мужик, кстати. Хотя мне вроде на бабу больше похож. Так. Нормально. Чё-то сильно громко орёт этот персонаж. Ну, такая спокойненькая музыка. Но, блин, её вокал слишком громкий. Так, так, так. Ага, хорошо. Так. Нормально. Чё-то как-то мимо нот поёт. Какая тут дисгармония. Ой, перепутал верх и низ. Ой, какая-то психоделика пошла непонятная. Так, ага. О, хорошо. Нормально. Ой, блин, перепутал. Я хотел сказать, это ж... Я пытался один мод записать, короче. Мод на ИНМТ. Короче, интернет-сериал такой ИНМТ. Но это жесткий мод, в том плане там какие-то невероятные штрафы за ошибки. Там один раз ошибешься и по этой шкале продвигаешься на... На 1/5 или на 1/4 даже назад. А тут уже нормально, уже гораздо легче. Нормально. Хорошо. Влево, ага. О, конец, да? Нет, я не понимаю, мужик это или баба. Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Предложи мне, что ты хочешь, но я тебе не отдам ее. Я не позволю тебе ее обратно туда, назад забрать. Я рисковал всем ради этого ребенка. Она как семья для меня. Мистер... Парень, что вы делаете? А ну, за меня! Я не хочу. А, это все... Это она к нему обращается. Это девочка, наверное, ему сказала. Господи, я...
Я путаюсь в этой озвучке, что, что-то непонятное происходит. Ладно, будем озвучивать как мужика тогда. Не волнуйся, ты меня не оставишь. Ты слышал? Я не позволю тебе ее отдать. Короче, это она вроде сказала, что она идти со мной не хочет. Нет шанса в аду. И теперь сейчас будет следующая песня, более жесткая, да? Записал, блин, короткое видео, чтобы перед стримом прямо выложить, но фиг там. Ага. Ну, более-менее. Промахнулся немного. Да, музыка у него странная, конечно. Ой, о боже мой, уже ужас какой. Так. Ну я пока еще слева, тьфу-тьфу-тьфу. Нормально. О, пошло. Ой-ой. Блин. Ой-ой. Плохо. Плохо играется. Ой. Это как-то... Я... Все, я начинаю уже путаться. Так. Да вниз, это, господи. Ага. Ага. Вверх. Все. Странная песенка. Ты не понял. Ты не знаешь полную историю. Ты не знаешь, через что она прошла. На что они похожи. Вот, ну, я так понимаю, он про эту парочку, Святош. Они ее заперли от всех и в одиночестве, в страхе. Они сделали это с ребенком. И из-за чего? Из-за какого-то глупого пророчества, в котором сказано, что она была проклята. Какое это, блин, вообще, что это за родительство? Баб? Еще не поздно. Ты можешь мне помочь. Я могу отметить, что ты сильный. Армия приходит с востока с той же самой конечной целью, которую у тебя есть. Они... тоже собираются попытаться забрать ее, чтобы снова ее запереть. Я сомневаюсь, что я буду способен всех их уничтожить, но если мы вместе сработаемся, мы могли бы защитить ее. Но если ты все еще настаиваешь на том, чтобы самому забрать ее... Да будет так во славу богачей. Просто знай, что я не... Сдамся без боя. Я сомневаюсь, что я хорошо перевожу. Я немножко напряжен, на взводе. Что-то вообще какой-то регги пошло. Ой, девчонка, не вмешивайся. Она меня пнуть пытается или что? Вот слишком много эффектов на его голос наложено, и они громче основного микса звучат, они его передавливают. Поэтому тут накосячили. Разработчики, как по мне. Ага. Не лезь сюда, пошла. Не вмешивайся в разборку взрослых. Нам 19 лет уже, мы типа взрослые, несмотря на то, что так вот выглядим. Неправильно, ну ладно. Да, ну...
как вот играется с ним, вот не сравнится, ни в какое сравнение идет с туториалом, который был какой-то совершенно адский. Нормально. Вот, кстати, я заметил, что на стрелочках мне как-то сподручнее играть стало, но не знаю. Возможно, потому что я уже на подсознательном уровне уже четко запомнил, где у меня лево, где вверх, где право и так далее. Помочь незнакомцу. Помочь незнакомцу, помочь армии. Господи, тут выбор. Тут две разные концовки. Давайте, я не знаю, какие у него цели, но он вроде добр к этой девчонке. Ну, давайте ему поможем. Бип-бип-бап. Скарап-туп. Ты пришел в себя. Ты видишь, почему я не позволю им забрать ее обратно? Почему я не могу позволить им вернуть ее назад? Пиду. Так давай это сделаем. Я вижу армию на горизонте, я надеюсь, что вы к этому готовы. Мика? Мика, он к ней обращается, ее так зовут. Да, мистер. Поспеши в гору, в пещеру. Получи то, для чего мы прошли весь этот путь. Давай очистим твое проклятие. Да, мистер. И ты, Элдрич... Что это такое? Демоническая женщина Элдрич. Это вроде не переводится. Это имя собственное. Иди с ней, просто на всякий случай. Ну... Типа за ней? А, типа это про нее. Оставайся в безопасности, окей? Биду. Ладно, погнали. А можно выйти? Это типа уже следующая неделя начинается или что? Следующая песня? Не-н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 е
Хранила? Опа. Это типа достижения, флеши? Ну ладно. Мы сможем продолжить, если что? Так, надо запустить. Ну, вот три трека как бы и типа все. Ну-ка. Хочешь пропустить до конечного выбора, понятно. В общем, такой вот мод. Записал его как-то. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, понравится ли он вам. Если понравится, мы продолжим его исследовать. Смотреть, что тут еще есть. Если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх. Подпишитесь, позвоните в колокол. Поделитесь этим видео с друзьями. И оставьте комментариев, да побольше, господи. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте и страница в Инстаграме. Обязательно добавляйтесь в друзья и подписывайтесь. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. До скорого, земляне. Пока.